В четырехэтажном доме номер 9 по улице Павлова первый этаж практически полностью занят различными магазинами. Это соседство до последнего времени жители терпели. Однако недавно терпение лопнуло. Жители возмущены поведением предпринимателей. Мало того, что у них постоянно трясутся стены, рабочие не согласовали сантехнические работы с жильцами и взломали их кладовки. Соседи, они без разрешения скрыли кладовки, вот эту и вот эту. Повесили свои замки, ну, вроде как, чтобы не пропало эти вещи. И вот эти стояки поменяли, а стояки только же имеют право менять, теперь неизвестно. Выдержит, не выдержит, а тут, ну, картошка там. Встретиться с предпринимателями нам не удалось, однако поговорить с работниками, которые проводят ремонт, мы смогли. А как вообще? Ничего не ломается? Вообще, под что вы делаете тут ремонт или как? Ну, отделка, сказали, все. А что здесь будет? Не знаю. Показали работники и разрешение. Как позже выяснилось, многие жители дома собственноручно подписали заявление о переводе помещения из жилого в нежилое. Однако, по их заверениям, сделали это предприниматели обманным путем. Лично я подписала вот данное, вот женщина, которую купила у нас в подъезде на первом этаже, она у меня брала подпись, приходила ко мне, значит, 5 раз, вымаливала, говорит, пожалуйста, дайте. Я ей говорю, если вы в нашем подъезде будете делать, у нас и так, говорю, все, говорит, нет, здесь ничего не будет. В администрации города взяли вопрос на особый контроль, подняли всю документацию, с ней все в порядке. К тому же сегодня на месте побывала специальная комиссия. Работа производится согласно закона и согласно норм, строительных норм и правил. Пока это предварительный вердикт проверяющих. Разрешение на ввод в эксплуатацию помещения пока еще не выдано. Нужно дождаться окончания всех работ, если они будут выполнены с соблюдением всех правил безопасности. Батыр Ламбаев, Чингис Асадоев, Александр Хамаганов. Новости дня.